тоже есть разум. Но у женщины уникальный совершенно инструмент. У нее чувства и разум работают одновременно. Это выглядит вот так. И такое, с одной стороны, удобное приспособление, правда? Она одновременно чувствует и одновременно думает, у нее все одновременно происходит. Она прочувствует сразу миллион вариантов, поэтому она всегда права, потому что она всегда и это продумывала тоже. Но вот в таком состоянии она не может принять решение. Вот попробуйте в таком состоянии принять решение. Она все время вот так. Она даже купить себе толком ничего не может. То ли жалко деньги, то ли не жалко ничего. Она все время вот в таком состоянии пребывает. И, например, вот она воспитывает сына, все, его надо наказать. Наказала сына, потом, ой, зачем я так, нет, жалко, зачем я так ему сказала. Да? То есть она все время пребывает в чувстве вины, хроническое чувство вины, дорогие мужчины. В 9 раз сильнее чувство вины у женщины, причем это хронически постоянно. Почему 9? Ну так вот и как природа. Но, правда, целомудренные женщины. Современные психологи говорят 2 раза. Вот женщины сейчас такие рассредоточены, это 2, но все равно больше. И так вот в таком состоянии она идет к мужу. Если мне кто-то микрофон поддерживает, я буду показывать. И так она идет к мужу, она решение принять не может. Например, как воспитывать сына? Ты его должен наказать, ты должен... Или вообще, покупать